Всем бородатый привет! Пару недель назад мы готовили маффин с апельсином и ягодами и спросили вас в комментариях, что нам приготовить в следующий раз – медовик или тирамису. Это была настоящая борьба, в которой победил тирамису. Поэтому сегодня будем готовить именно его. Кстати, пиши в комментариях, что нам приготовить в следующий раз – Наполеон или шарлотку. Ставь на паузу и записывай ингредиенты. Начнем с крема, основы нашего десерта. Для начала сварим крепкий эспрессо или растворимый кофе и оставим его охлаждаться. Аккуратно отделяем белки от желков. К желкам добавляем сахар. Взбиваем желтки с сахаром, пока получившаяся масса не побелеет. В большую емкость выкладываем маскарпоне и добавляем взбитые желтки с сахаром. Белки взбиваем щепоткой соли до появления крепкой пены. Выкладываем взбитые белки в массу с желтками и маскарпоне. При помощи лопатки перемешиваем крем круговыми движениями снизу вверх. Получается, что мы поднимаем крем со дна посуды наверх. Остывший кофе наливаем в глубокую посуду. Погружаем каждую палочку Савоярди в кофе, ждем пару секунд и сразу вынимаем. Пропитанные палочки выкладываем в форму. Покрываем палочки первой половиной крема и разравниваем слой. Поверх крема выкладываем второй слой печенья. Выкладываем на него оставшийся крем. Выравниваем и ставим в холодильник на несколько часов. Перед подачей посыпаем тирамису какао. Ну что, наш тирамису готов. А ты подписывайся на канал и пиши в комментариях, что нам приготовить в следующий раз. Наполеон или шарлотку. Пока!